Счастье в тройном размере. Из якутского роддома в торжественной обстановке выписали тройняшек. Поздравить новорожденных, их родителей и родственников пришли представители министерств, администрации города и председатель регионального отделения общественной организации «Матери России» Прасковья Борисова. Родителям детей вручили удостоверение многодетной семьи и сертификат на материнский капитал. Максим, Нарыя и Кюнай, так назвали детей, появились на свет 2 месяца назад в семье Обутовых и стали первыми тройняшками, родившимися в Якутске в этом году. До сегодняшнего дня они вместе с матерью находились в акушерском стационаре, где малышей ухаживали специалисты. Как главному врачу было удивительно вот это событие. И действительно вот радостное событие нашего акушерского стационара было. И сразу мы каждый день мы их состоянием наблюдали. Наши врачи докладывали, как они каждый день, они как состояние, как у них выхаживание идет, как беси. Все вот это действительно очень кропотливая работа наших врачей, которые действительно выхаживали в течение 2 месяца. Ну, конечно, ощущение это волнительное. Я даже не ожидал, что тройня будет. Когда вы были на УЗИ, посмотрели, вам сказали, что тройня, и вот в этот момент что вы почувствовали? Конечно, радость, конечно. И мы это очень долго ждали. Это первые ваши дети, да? Да, первые.